Но реально, мне кажется, сейчас Твинс, который я сейчас использую, стреляет быстрее, чем на наших основных серверах Твинс, который под овером. Максимка, полетел. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Immortal Hero. И прям мы находимся максимально быстро уже на карте песочница. Находимся на тестовом сервере, на котором в последнее время чуть чаще и чаще заходим. Поскольку, ну, довольно много изменений. В последний раз вместе с вами тестировали Twins HD, который сейчас на ваших экранах. А возможно, как раз упустили видеоролик, теперь сможете понаблюдать, насколько же круто, либо же не круто выглядит данный скин, который еще на основных серверах пока что не появился. Сегодня вместе с нами в конфе Максимка, в принципе, тот парень, который довольно часто вместе с нами записывает видеоролики, участвует в них, поскольку, ну, наверное, тот парень, который активно помогает нам, и ему, конечно, огромнейшее за это спасибо. Привет. Да, сегодня на тестовом сервере, друзья, у нас появились новые устройства на твинцах, которых я недавно даже на стримчиках периодически поговаривал о том, что, возможно, скоро твинс будет, который отключать припасики, может быть, твинс, который будет подавлять, может быть, твинс, который будет лечить. И вместе с вами сегодня как раз выясним, какие же устройства в скором времени планируются в нашей игре. Поскольку реально довольно много добавили их на тестовом сервере, скажем так, намек на будущее. И вместе с вами сейчас разберемся, какие именно, поскольку лично я забежал быстренько в гаражик, ну, скажем так, глазком поглядел, какие же устройства есть. Но сегодня, как раз сейчас, в прямом эфире, вместе с вами первую реакцию на эти устройства сделаем. Ну и в целом оценим, что же за устройства и с чем их едят. Я, наверное, быстренько забегаю в гаражик. А мы смотрим, что же за устройство безумное. У меня 4 устройства куплены, которые у нас есть и так на нашем аккаунте основном, на основных серверах. Это адреналинчик, это тяжелый плазмомет, это ускорители плазмы и стабилизированная плазма. Первое устройство, которое у нас есть на очереди новое, называется инспепелятор. Испепелятор, Миш. Испепелятор, хорошо. Который испепеляет. Вот так вот. Я его сразу же приобретаю, может быть, Макс тоже приобретает. Устанавливаю. И мы просто смотрим, я честное описание, наверное, читать не буду, будем сразу же в бою тестировать и понимать, как же это все устроено. Макс, где-то рядом, где-то есть? Я пробую? Сейчас надо переодеться. Давай, я жду, пока не стреляю, не порчу первые, скажем так, первые свои эмоции, мы как раз против друг друга станем и попробуем испепелить. Я не знаю, что произойдет, может быть, поджигает Винс, мне, кстати, кажется, или же нет. Раз, два, три. Миш, а какой раз у меня этот адреналин? У меня, кстати, не переоделся. А может быть, битва без гаража, либо что-то не-то пошло не так. Нет, да? Ну я могу переодеться, почему все с гаражом. А давай я тоже делит прожму. Но у меня вроде бы все устанавливалось. У тебя что-то поменялось, но ты адреналин до сих пор оставил. Че? А у меня вовсе устройство снялось. Может быть, кстати, это уже новое устройство. Сейчас проверим, Макс, на тебе. Ну-ка, давай. Испепелятор, друзья. Как вы думаете, это испепелятор или это обычные твинсы? Я честно пока что представить не могу. Перезагрузку. Да. А кстати, он. Ну, получается, все устройства, которые покупаешь, они выглядят так же, как тяжелый плазмомет. Странно. Называется снижение температуры плазмы приводит к тому, что плазма не успевает детонировать при попадании. Остатки плазмы могут поджечь цель. Вот так вот. То есть, поедет, ну-ка, Миш, давай, у меня стоит испепелятор. Ну-ка. У меня, наверное, тоже, но я тебя не видел, чтобы я поджигал. Иммунитета вроде бы у нас нету. Давай пробовать. Давай Дашку прожми, чтобы дольше жить. Ой. Во, вижу. Вижу, горит, Макс. Вижу, что я говорю. Нифига себе. Вот это да. Твинсик, который поджигает. То есть, примерно мы представляем, что если есть у нас твинсик на горение, то в скором времени как раз попробуем твинсика, который замораживает. То есть, теперь те эффекты, которые имели и уникальность фриз и жигу, теперь имеют все остальные пушки. Конечно, еще не все. В дальнейшем, конечно, будут добавляться на другие вооружения. Та же Изида в скором времени, наверное, будет морозить. Отдавайте Креатрон. Да, как раз следующее устройство идет, которое Крио. То есть, замораживает. Я, наверное, переодеваюсь. Кстати, по-моему, переодевалка дает возможность каждый раз переодеваться. Нет ограничений по переодеваниям. Это очень приятно, если это реально. Ну да, так. Если переоденется, то приятно. Да. Давай пробуй, Макс. Я теперь тебя пробую замораживать. Да. А ну меня заморозь. Ой-ой-ой-ой.
Это жестко. Хорошо, друзья, я думаю, что это в первый взгляд, по большей части, да, посмотрим, какие же устройства в целом планируются, поскольку, ну, сейчас тяжело понять, насколько они эффективны, как же их применять можно, поэтому идем к следующему устройству. Следующее устройство — магнетрон. Я не знаю, что же это говорит, о чем я читать описание также не буду. Я представляю, что это какой-то как магнум, который стреляет по шапке и за один шот тебя уничтожает. Может, Макс... Нет, Миш. Нет? Это как Тесла, наверное, какая-то. Припасы отключены, Миш. Вот так вот. Магнетрон, который магнитным своим лучом, не знаю, каким-то преобразователем отключает просто припасики. Окей. Твинси, который отключает припасы. Хорошо. Три устройства проверено. Теперь покупаем четвертое. У нас еще остается три. Тектоническая плазма. Что же это может значить, Макс? Тектоническая плазма. Что-то прям такое горючее, не знаю, но мы уже твинца на горение тестировали. Может быть, твинс, который подавляет эффектом? Подавление? Ай-яй-яй, оглушает. Я, в принципе, конечно, представлял, что может быть оглушает, но все же да. По итогу вышло. Хорошо. Да я, наверное, сам на тебя не буду стрелять и сразу же переоденусь на другую устройство. Плазменный инжектор называется. Тоже переодевайся максимально быстро и пробуем. Что же за движение такое интересное? А у тебя иммунитет от этого движения. Да? Да. Инжектора. Ну давай ты меня постреляй. Это которого пробитие. Ну давай по тебе пострелять, друзья. Вы, кстати, если вам такие видеоролики нравятся, там, где мы хотя бы, ну, в первый взгляд такой делаем, да, те устройства, которые появляются, возможно, в будущем будут появляться в нашей игре на основных серверах, хотя, может быть, все быстро поменяться, и, может быть, их никогда на основных серверах не будет, то не забывайте, конечно, обязательно пальчиком вверх поддерживать, будет очень приятно. Ну и в целом писать ваши комментарии, как же вам подобные устройства на твинца и на какую же пушку вы ждете, поскольку на многие пушки еще отсутствуют такие подобные устройства, тот же Гром, та же Изитка. Я, кстати, что-то новое взял, но не помню уже что. А, пробитие. Нет, это старое. А, это старое, хорошо. Хотя, вроде бы, переодевался, возможно, и нет. Инжектор, да, мы протестировали. А давайте теперь плазменный дизруптор. Просто названия, конечно, какие-то безумные. Мне они мало о чем говорят, но будем разбираться. А ты тоже, Макс, по возможности тоже переодевайся, чтобы я на себе почувствовал, ты на мне почувствовал. Какие же... Там я устройство. Какое-то следующее уже устройство надеваю, ну-ка. Прям последнее уже, что ли? Я предпоследний взял. Без да, рептор. Ну чтобы... Ну, у тебя сейчас, я так понимаю, на подавление устройство. Давай посмотрим. Сейчас проверим. Чтобы я не смог активировать овердрайв. Да, подавляющий. А, ну я все равно могу активировать. Хорошо работает танки онлайн. Подавляют просто максимально. А, и у меня еще и один, нормально. Стой, это последнее устройство такое, что ли? Это ускорители плазмы 2.0? Ты смотри, что это такое? Ну-ну-ну-ну. Это вот последняя устройство, которое похоже на ускорители плазмы. Только усовершенствованное. Сейчас я попробую. Полетели. А я думал, у меня овер такой. Не-не-не, овердрайв еще я не использовал, друзья. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А циферки, кстати, очень мелкие вылетают. 61 урона. Потому что очень... Естественно, потому что ты просто уничтожил. Ну да-да-да. А перевернуть меня получится? Миш, подожди, стой. Попробуй массу снять, иммунитет на корпус. Секунду. Поменять. Попробуй сейчас пирнуть тебя. Давай, да. Вперед. Я помню, когда ускорители плазм появлялись, уже было что-то необычное, поскольку Миш, скорость реально здесь. Была безумнейшая. Ну а ты боком стань, Макс. Попробуй боком. Ой-ой-ой, прости. Полетели. И овердрайв. Полетел. Просто полетел. Ну давай еще раз попытку номер... А, у меня овердрайв закончился. И не будет, скорее всего, но сейчас, наверное, дождемся. В центре, какие мысли у тебя, Макс, по поводу устройств? Думаешь, что-то безумное прям, максимально. Ну, я думаю, устройства, которые подавляют, пробивают и станет, их надо будет понерфить немного. Потому что они немного имбовые, как по мне. Ну, наверное, в первое время, как всегда, когда выходит устройство. Хотя, я думаю, это просто нам так кажется тоже, потому что мы сейчас все как бы их протестили сразу в одной пачке. Нам кажется, что они все будут в одной битве, знаешь, как бы. То есть это будет то же самое, что страйкер на стан, например. Просто иммунитет надеваешь и все. Так, давай. Боком становись. И полетели. Просто улетает бок. А, ну, как бы. Ну, что-то погибает. Это без овера надо. Надо было мне с овером, но без ДДшки, а то я еще и бустер. Стой, подожди, сейчас защитник тогда надену. Давай. Но у меня овердрайва пока нет, а я еще и бустер активировал, поэтому. Ну так тебе овердрайв не нужен, у тебя и так огромная скорость стрельбы. Ну а с овердрайвом еще что-то без, друзья. Ну просто посмотрите, как я умираю очень быстро. Давай, попробуй. Просто. Ну реально, мне кажется, сейчас твинс, который я сейчас использую, стреляет быстрее, чем на наших основных серверах твинс, который под овером. Максимка, полетел. Живешь еще?
Живешь, контакт есть или уже нету? Я в минусе. Но хп есть еще или уничтожать? Но хп фул. Фул? Фул тильт после таких устройств? Можешь подняться обратно или нет? Подожди, надо в другую сторону не стрелять. Давай стреляй по мне. Я вижу, как у тебя двигается это HD Twins, который анимируется. Сейчас нападем куда-нибудь, тебя затащим, попробуем. Наверное, перевернуть, если получится. Зеленок на викинге, наверное, должно хватить. Пробуем. Оп. А, я понял. Погиб быстро. Ну, давай еще раз подержай, еще как раз. Вердрайк, может быть, пойдет, друзья. Это все точно так, да. Ну, вроде бы да. Кстати, по поводу других устройств, честно, в гараж сейчас забегу, проверю, но на другие пушки, вот мне на зитку интересно, есть ли устройство, потому что, ну, наверное, реально, как минимум, я думаю, что на Громика что-нибудь подобное появится, поскольку когда видеоблоги говорили о Твинсе, а это было очень давно и неправда, говорили о Громе еще в том числе. Поэтому, наверное, и на Громика, возможно, в скором времени что-нибудь подобное появится. Макс там уже что-то вытворяет жестко. Я, кстати, на зитку случайно перевелся, но не планировал, Макс, это упал задом наперед. Мне интересно, а сила удара вообще насколько сильно очень может повлиять на то, если ты будешь играть на хоппере? На хоппере это заменит ли рикошет либо сплазмофакел? Давай сейчас я проверю, сейчас надену. Будет интересно, потому что сейчас, как вы знаете, друзья, рикошет с плазмофакелом не дает такого физического воздействия, как раньше. Теперь на хоппере так сильно не полетаешь, поэтому на твинтике будет интересно, заменит ли он это вооружение и эту комбинацию. Смотри, Максимка. А, ну, тебе надо овердрайв, наверное. Без овердрайва, конечно, фиг поймешь, насколько это хорошо. А у тебя ядерки, можно, кстати, нету? Еще попробовать... я могу купить челлендж, сейчас, секунду, лавкач. Давай, попробуй челлендж, и будет проще, если же... Во-первых, ты не будешь так громко класать, ну ладно. Ну, я просто наеркую как можно быстрее. Так, секунду. Сейчас я выйду из битвы по фасту и куплю челлендж. Да-да-да, челлендж приобрети. Как раз ядерка будет, у меня заодно уже овердрайвик накопился, и попробуем сейчас... Опера. А, у меня магазин почему-то опять нет. Понятно. Магазинчик закрыли там на тестовом сервере. Кстати, друзья, если захотите узнать, как же открывать магазин на тестовом сервере, возможно, есть ребята... Заходите, которые... на канал Сик, дядь. А, ну, а вот так вот. То есть, раньше нам ссылка на канал не требовалась, теперь, пожалуйста, хорошо. Сейчас тоже не требуется, да я руфлю. Да, ну ладно, я уже думал, что реально не стоит записывать, и Макс просто расскажет, покажет в своем канале, но, видимо, нет. Видимо, пока что Макс не созрел, поэтому пока что будет, если интересно, пишите об этом в комментариях, может быть, запишем. А поскольку есть ребята, которые заходят на тестовом сервере, играют, тестируют и, возможно, этого и не знают. Но если, конечно, будет активность и желание вот у вас в комментариях, которые вы проявите. Давай, Максимка, приглашаю. Мы, кстати, друзья, играем на песочнице, которую ремастерят, которая на основных серверах есть, но периодически попадается даже старая карта, поэтому пока что до конца, видимо, разработчики не сконцентрировали свое внимание, не доработали, может быть, карту, поэтому еще и одна и карта доступна, и вторая. Это как-то странновато. Ну-ка, ждем. Давай попробуем. Давай. Так, как тут его? Я пока... А, вижу. Просто прыгай, не тру. И полетел. Shift зажимать нужно. Зажать прям. О, хорош, звание минимальное есть. И полетел. Красиво. Да. Оп! Ну, не, вообще такое. Минимально. Вообще никакой. Да, бесполезно. А что у меня лавкач не работает? Лавкач? А стой, подожди, Миш, лавкач не работает. Ну это тестов серый, Макс. Мне кажется, тут и ничего не работает. Так как должно работать, поэтому основной сервер... У меня нет нитры, типа, лол. Я вижу, что ты катаешься, да, на одном расходнике в виде нитры, но нету повышенного. А, поэтому, друзья, я думаю, что потихонечку будем заканчивать видеоролик. Вы напишите, что вы думаете. Я, в принципе, что-то подобное ждал. И, как ранее говорил, что даже на стримчике мы немножечко обсуждали. Но, в принципе, в игре, наверное, уже ничего не должно нас удивлять, поскольку реально много всяких предметов, устройств, вооружений выходит, которые, ну, раньше мало кто мог представить. Сейчас это обыденная игра, в которой уже много чего появляется просто безумного. Макс там крутит башню, нереально круто, кстати. У тебя появился лавкач? Да, появился. Появился. Давай еще раз попробуем, ну-ка. Ну давай, попробуй еще раз лететь. Заряжаю овердрайв. И с прыжка кого-нибудь прям красиво. Как будто за голдом. А у меня опять не нету, пропал. Поэтому. Опять пропал. Может быть, у него КД куда-то определенно. Может быть, и дроны поменяли? Нет. Нет? Да блин, что за бред? Ну ладно, друзья. Я, в принципе, думаю, что... По основным моментам мы прошлись, овердрайв, конечно, круто, Макс, то, что крутит башню быстро, это тоже приятно. А поэтому напишите, как я ранее говорил тоже, что вы думаете об этом. Если вам подобные видеоролики с тестового сервера нравятся, в которых мы хотя бы быстренько пробегаемся, смотрим, возможно, делимся минимальными эмоциями.
А Максим не дают завершить видеоролик. Максим, ну давай, показывай. У меня только что было, когда я включаю подавление, у меня пропадает. Ну ё-моё. Ну, бывает такое, поэтому, друзья. С вами был Mortal Hero, с вами был Максимка, который до сих пор пытается что-то реализовать, не дает закончить мне видеоролик, поэтому вам спасибо за просмотр, всего хорошего. Макс, попрощайся. А, всем пока. We'll be right back.